Всем привет на моем канале. Сегодня у меня маникюр с красивым темно-зеленым оттенком гель-лака. Это гель-лак фирмы Мирледи. Ссылочки на них я оставлю в описании под видео. Также у меня будет дизайн с такой красивой золотой лентой, лентой с блестками для дизайна ногтей. Кому интересно, оставайтесь со мной. Перед покрытием гель-лака ногти я запиливаю слабым бафом, а затем обезжириваю. Наносить буду базу фирмы Мирледи. Это база из серии жидких баз. Наносить буду ее тонким слоем и просушивать в лампе. Затем я буду наносить вот такой красивый темно-зеленый оттенок гель-лака. Это гель-лак с моих предыдущих видео о палитре темных гель-лаков на осень. Кто не видел это видео, внизу в описании оставлю ссылочку. Наношу этот гель-лак в два слоя, каждый слой отправляю в лампу. Первый слой цветного покрытия я просушила в лампе, затем наношу второй слой цветного покрытия. Два слоя этого цветного гель-лака будет вполне достаточно. Посмотрите, какой красивый плотный оттенок получается. Для дизайна, как я уже и говорила, буду использовать ленту для ногтей с блестками. Все материалы, которыми я пользуюсь в этом видео, интернет-магазина Мирледи. Ссылка в описании под видео. Как вы уже заметили, я использую тонкую ленту. Лента шириной 1 мм. Ленту я нанесла сразу на цветное покрытие. Липкий слой от цветного покрытия не убирала, так как у меня остаточная липкость не сильно жирная. Если у вас эта липкость сильно жирная и лента будет скользить, вы можете или убрать липкий слой цветного покрытия, или же покрыть топом и затем его запилить немного бафом, а затем приклеивать ленту. Затем я наношу топ для того, чтобы закрепить ленту. Топ я буду наносить в два слоя, каждый слой буду просушивать в лампе. Второй слой, конечно же, можно сделать более выравнивающим. Это еще больше закрепит ленту на ногте. Вот такой очень простой, но как по мне очень стильный дизайн получился. Всем, кому он понравился, ставьте лайк, а также подписывайтесь. Пока-пока!